Добрый вечер, дорогие подписчики, с вами Джейден, и добро пожаловать в игру «Последний оазис». И, ребят, меня почему-то отреспавнило прям в пустыне, я не знаю, меня походу убили, да? Потому что я должен был отреспавниться возле своего лодочного ходуна, который мы с вами уже сделали, вот здесь. Да? А я где? А я где-то... А где я вообще, если мой лодочный... А в... Нет, это не я. А ву! Вообще далеко отреспавнило. Почему-то. Походу, меня в натуре кто-то убил, поэтому пришлось здесь где-то в пустыне меня возвратить. Ладно. А здесь какой-то челик, и что-то он построил жесткое. Что это такое? Давай поздороваемся. Hello, bro? Any been here? Hello? Hello? Вроде никого нет. Можно забраться на корабль? Ой. Я застрял. А как забраться-то на корабль? Почему эта штука не цепляет? Потому что чужой? Типа, к чужим так нельзя цепляться, что ли? Ясно. А как тогда забираться простым смертным, я не понимаю. Может быть, на крыло попробуем, давай? Вот так вот. У-ху! Можно раскачаться. О! Ну да, отлично, покоцал себя. Да? Ну-ка. Давай раскачаемся, попробуем. Это единственный шанс мне как-то не добраться туда. До верхушки. До макушки. Опа! Смотри, учився. Заблокировано все здесь. Ну, конечно. Готовить. Ого! Это тоже так в ходу не своем так могу сделать, да? Прикольно, кстати, от первого лица. Можем побегать, посмотреть. Врагов посмотреть через окна. А спрятаться можно от стрел. Шикарно. Это же лодочный ходун, я правильно понимаю, ребят? Должен быть он. Но, возможно, и нет. Не знаю точно, не уверен. Так, тут можно складировать и ресурсы, да? Или, скорее всего, это не он. Смотри, там какой-то шар. Ладно, погнали. Смотри, там какой-то шар. Видишь, да, вдали. Что это? Погнали посмотрим. От первого лица, кстати, нельзя быть в ходунце. Интересно, почему? Кто-то тоже отреспавнился, походу, недавно. Так. Господи, что это? Что? Я могу взять. Взять все. Она не берется. Что это? Зачем? Куда это? Я не понимаю. А ее нельзя забрать, да? Походу нельзя. Я не знаю, что это. Это слишком высокоуровневая штука. Да-да. Погнали тогда посетим вот этого чела. У него защита стоит, походу, да? Из-за того, что он недавно отреспавнился. Ясно. Ну, а просто поздоровка, цай. Hello? На какую кнопку разговаривать? Я застрявся. Я не туда и не сюда. Я проник задний, если я выйду. О! Hello? 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 What's up? Чух-ч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 ух. Чух-чух-чух-чух. Прикольно. Оставляем следы пыли за собой. Смотри, еще один корабль. Пойдем поздороваемся. Только я вообще по инглишу не sprechen Sie Deutsch. Hello? Hello? Русские есть? Hello? I'm friendly. Hello?
Hello. Hello. Ну ты куда? Ну... ну ладно. А чё он меня проигнорил? Он сказал только «Hello». Ну ладно. Ну вроде как добрый. Не набався, хотя он был сильнее меня. Эх, жалко. Ладно, пойдем искать еще кого-нибудь. Что у нас тут? Стой! Я куда иду? Я не туда иду. Мне нужно идти к своему кораблю. Большому кораблю. Да, где у меня лодочник такой же большой? Вот здесь он. Почему меня так далеко отреспавнило? Непонятно. А еще у меня вода кончается. Срочно нужно найти кактус, иначе я сейчас погибну без воды. Реально. Кактусы. Быстрее. Опа, в чате написал кто-то: привет, есть русские? Надо ему быстрее ответить, но сначала нужно попить водицы. Можно, во, кактус. Ай-яй-яй. Так, выпил, отлично. Как написать в чате? Да. Да, есть русские. Белка какая-то. Так, добудем немного кактусов. Нужно больше водички. А, готово. Где еще кактусы? Так, там тайник. Погнали к тайнику, сбегаем. Сгоняем на нашем ходунце. Чучумбы-чучумбы. Ништяк. Педаль побыстрей. Я нашел белку. Сейчас должна подойти. Или должен. Не знаю, кто он. Там чей-то корабль. Я вот эту штуку заберу только и... пойду. Два фрагмента и 100 опытца. Так, возможно, это и есть белка. Вон там чей-то корабль. Пойдем глянем, поздороваемся, нам-то шо. Терять нечего, в общем-то. Ценного практически ничего нет. Все добываемо. Так, здесь макакин. Я уж подумал, что это белка. Нет. Это... Hello? Nope, это не белкин. Но корабль большой. Я где? Я прям на кончике должен стоять. Я написал, что я... Тихо. Макакин пытается меня догнать. Спокойно, Макакин. Я почти на кончике. Еще немного. И буду на кончике. Макакин за мной может сразиться с ним. Только боюсь, что помру. Что это было? Я слышал какой-то звук. Я где вообще? Я на кончике, почти прям на кончике. Надеюсь, он меня найдет. Надеюсь, что найдет этот белку. А как нам вместе играть-то, я не понимаю, если лобби здесь не создать? Группу-то нельзя, просто... Просто как? Только в клане, что ли, быть? Так у меня нет клана, и у него, наверное, нет клана. Стой! Я уже отъехал! Твою мать! Я не туда смотрел и тупо отъехал. Надеюсь... Вот я должен быть вот здесь, твою мать! Спокойно. Едем обратно на всех шпарах. Давай, педаль! Педаль! Ну же! Я смотрел, короче, на свой корабль и думал, что это конец. Типа, конец оазиса. Но это был мой корабль, который двигался все дальше и дальше. О, сейчас бы так уехал и все. Где? Твою мать, далеко. Ща доплывем. Двою за нем быстренько, тайничок. Секунда. Топ-та-да, топ-та-топ. Что у нас здесь? Бочка. Ну-ка. Один фрагмент и плод большой кактусы. Ну такое себе на самом деле. Ты что там далеко? Надо... Садись в точило. Надо на кончик, так что? Там вниз спуск... Чё, спускаться? Ноуп. Что я сделал? Наверху. Отпусти! Твою мать, быстрее ползем! Чтоб нас было заметно, чтоб нас увидел. Короче, где-то вот мы возле этой ямы сейчас крутимся вдвоем.
и не можем друг друга найти. Где-то вот здесь мы крутимся. Ну-ка. Так, мне чуть выше еще надо подняться. Вот здесь, вот же конец. Ну? Я жду прям четко на конце. Где Белочкин? Не вижу корабля. Вот бы бинокль сейчас. Кто-нибудь видит, что-нибудь ползет? Ничто не ползет, только не вниз. Походу, нигде что-то ничего не видно. Он хоть понял, нет? Вот я прям на конце. Вот же. Вот нижний биом. Вот лапа павука. Я прям на лапе павука. Что не так? Для ориентира вроде бы все сказал правильно. Ходун медленный, чёт. Но у меня шустрый. Я бы, наверное, уже пол... А, вот он, я его нашел. Стоять! Стоять! Я тебя вижу! Нет! Он упорхает. Сейчас мы его догоним. Давай, ходунец. Хоть и вверх, но он все равно быстро ползет. Давай. Это должен быть он. Я уверен... Стой! А если это не он, и мне сейчас отвярят звездюлей? Я такой маленький незаметный, что меня не увидел, что ли? Он дальше пошел, значит, это не он. Окей, это был не он. Хорошо, что я за ним не погнался. Но чей-то корабль я увидел, значит, и его корабль должен найти. Я пока залутаю тайничок. Я ж могу пока тайничок залутать, да, пока его жду. Конечно, могу. Оба. Оба. Ну-ка. Лутецкий. 4. Деревянная опора, 3 фрагмента. Ну такое, куртан у меня уже был. Это не его корабль там маленький, что это? Ну, вроде бы нет. Да где ты, чел? Где ты? Я даже не вижу, чтоб что-либо где-либо двигалось. Я вижу его! Так прям. Он прям вообще на всех шпорах там тащится. Это внизу ведь, ну в смысле само ущелье. Не-не-не, я его увидел. Ща-ща-ща. Вижу тебя. Кто-то там двигался. Надеюсь, это ты. Надеюсь? Это ты. Не профукать бы его. Где же... Там было движение. Или я уже в глаза долблюсь, или... Или там что-то было? Кажется, он меня увидел. Это точно ты? У нас одинаковые крылья, если это ты. Ты хуй... Что это было? Ну... Эу! Полетели. Нормально. Это мы все переживем. Вот здесь один только вход, и он вот так просто вниз полетел. Я должен его здесь где-то встретить. Его побольше корабль. Но здесь моя лодка стоит, кстати, рядом. Что это? Тайник? Вон он. Вон он там застрявс. О. Это ты? Лол, ты шо по камням? Это ты? Это ты? Белка? Ой, как вылезти? Белка? Это ты? Белка? Стоять! Стой! Стоп! 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 Это ты? Белка? 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 Это ты?
Стой. Алло? Ну, наконец-то. У тебя есть клан? Есть клан? Что еще у нас есть? Клан. Алло? Алло? Клана нету. Ну что, может, создадим тогда? Тут, видимо, пати только по клану определяется. Че, название какое сделаем? Придумай что-нибудь. У тебя база есть, там дом. Начал что-нибудь строить в строительстве? Буква Г. Г? Опа! Раша, да. Ед мыкста. Чтобы было проще ориентироваться, если тоже будут русские. Будем находиться. О, смотри, у нас сменились флаги зеленые. Ну, нам, в принципе, можно уже использовать, типа, один корабль. Не знаю, мне тоже придется запрятать куда-нибудь свой. И на твоем кататься. И надо где-то уже базу строить в укромном месте, потому что, слышал, да, тут рейдит вообще жестко. Помчали. Зелененькие. Ты куда? Нам сюда. В укромное местечко. Опа, зеленый парус. Здесь корабль. Упс. Камней много. Вон корабль торчит мой. У меня вроде они где-то здесь были. То, что надо. Да, там 27 штук. Тебе хватит? Возьми. Вот дам. Лазарупу. 27. Иди сюда. Припрятал. Ты какое прикольное место нашел. Я припрятал свой тайничок здесь. Так, хранилище. Но это все я должен буду забрать. Получается уже. И это нам все уже надо. Все, теперь он пуст и гол. Белка. Нам сюда. Ой, какое место. Ништяковое место для штаба. Но только сверху все видно. Там кто мимо будет проезжать. Какую-нибудь маленькую небольшую сначала. Для начала построить. По строительству ты там умеешь делать все, нет? Там стены, пол, дверь. Ну что, ребят, строим базу. Теперь у нас есть напарник, у нас есть клан, и теперь мы можем отстраивать свою базу где-нибудь, да, начнем строительство. Так, тут у нас отличные сосны. Погнали, займемся делом. Наконец-то. Бам. Теперь наши флаги клана зеленые сменились. Прикольно, кстати. Так, оба, у меня место-то есть? Да, 4-3 местечка. Имеется. Ништяк. Погнали посмотрим, как мы там сейчас будем отстраивать базу. Как и что, как ее делать здесь в игре. Белка уже вроде начал делать квест. Точнее, базу. Давайте посмотрим. Во, он уже сделал, смотри. Он уже сделал. А как мне добавить? Объект строитель, глина, дерево. Деревянная стена. О! Могу. То есть тоже могу установить. Ништяк. Это на все, что меня пока хватило. Так, что нам не хватает? Дерево есть, да. Тратится в основном трава. То есть нужно траву. Нужно больше травы. Как можно больше травы? Нам надо пособирать. Так, где-то эту дырочку видел, где есть проход. Где много собирается травы. Но вот где, не помню. Так. Цепляйся. Мне нельзя зацепиться. Хотел за дерево зацепиться и как чел-павук прокатиться. Что-то не удалось.
Погнали вот за это дерево зацепимся. Вот сюда. Цепляйся. Не удалось, блин. Хотел прокатиться с ветерком, но не вышло. Так, мне серп. Кустарники. Сейчас будем бегать и собирать эти кустарники, потому что в основном делается из них почему-то. Не из дерева, а из кустарников, что очень странно. Ведь дерево важнее, как по мне, из деревянной домики строятся. Но нет, они делаются из кустарников. Окей, давай, ву, сколько просто до кучи. Ништяк. 60 штук сразу запал. Ништяк. Ну, так куда удобнее. Удобно? Тачка есть, ништяк. Погнали выгружать то, что мы с вами надыбыли. Дверь открыта, не оставляй. Помчали, сейчас, короче, заберем, ребят, сундук большой. Для больших ребят большой сундук сейчас заберем. Где-то вон там он лежал. Нам надо его забрать. У нас есть гарпун. И с помощью гарпуна можно будет его забраться. Надо 30 фрагментов собрать для исследования и поставить на него напольное крылья. Баллиста. Смотрите, ребят. Ништяк, можно стреляться. Нормально. Вид отличный. Можно и в тебя зарядиться. Прям на открытом месте не... Не бояться даже. АФК. АФК. Стоим на палубе. Стоишь такой на краю. Словно плывешь по... океану, но океан это пустыня. Прикольно, да? Корабль есть. Ну, тебе корабль, а вот тебе море. Пожалуйста, плавай. Так, там вон сокровищ есть. Я думаю, что мы сейчас к ним придем. Шо? Шо? Не слышу. Так, это нет. Сейчас попробую зацепиться с лету, смотри. Давай, ближе. Тихо. Твою мать, не успел. Два. А еще вон там мешочек. Я попробую его достать. Давай. Ну. Ура! Мне, кстати, 30 опыта тоже дали. Где еще есть, ну-ка? Кошак! Кажется, из него падает хитин, из которого можно создавать что-то жесткое. Попробуем его возьмем. Не-не-не-не! Погнали вон туда, к сокровищам. Давай. Опа. Что там, как то, как достаешь, давай. О. О. А дальше что? Тянуть? Ну-ка посмотрим, как добывается эта штука. Шо? Вроде бы все. А? О, 19.